Охота на пешеходов. По данным ГИБДД, в регионе наблюдается значительное увеличение количества наездов на людей. За 2017 год произошло 48 дорожно-транспортных происшествий, связанных с переходом пешеходов по проезжей части. Из них 24 дорожно-транспортных происшествия – это наезд на пешеходных переходах на пешеходов. На этой неделе госавтоинспекторы решили вплотную заняться водителями, не предоставляющими преимущества пешеходам, и организовали серию рейдов. Неподалеку от пешеходных переходов расположился экипаж ДПС. Дорожные полицейские следят, пропускают ли водители пешеходов. Даже несмотря на то, что видят сотрудников ГАИ, многие водители не считают нужным уступить дорогу пешим участникам движения. Классическая ситуация. Классическая? Да, далеко был пешеход, решил проехать, вас не заметил. Нарушителям, кроме штрафа в размере 1500 рублей, профилактическая нагрузка. А именно эксклюзивный кинопоказ познавательного фильма о том, чем заканчивается на дороге спешка и пренебрежение правилами. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.